Всем привет, с вами Клавита Бёрд. Знаете, несмотря на то, что я считаю Осу игрой для сексуальных меньшинств, я продолжаю любить. Ведь Осу — это та игра, где та нежелатая кнопка может привести к поломке дорогой техники. Это та игра, где люди тратят сотни часов, чтобы продвинуться на одну строчку в рейтинге. Это игра, объединившая себе игроков со всего мира. Так, собственно, к чему этот видос? Не странно то, что игре уже почти 20 лет, в Осу все еще очень много новичков, которые не особо понимают, что тут делать. Все существующие гайды на ютубе, мне кажется, не совсем полноценными, или Оси разбиты несколько частей. Поэтому я решил создать свой ультимативный гайд, в котором за 23 минуты расскажу о всех тонкостях игры. Ну а перед началом гайда я вам советую перейти по ссылке в описании и подписаться на мой телеграм-канал, где я публикую обучение стримов, некоторые новости жизни, а также мемы. Заходите на официальный сайт, скачивайте, устанавливайте игру, тут ничего сложного нет, не маленький, разберетесь. Как только вы зашли в игру, я вам рекомендую в первую очередь нажать на кнопочку Escape. Это находится здесь, если вы вдруг не в курсе. А затем в появившемся окне нажать на Да. Затем заходите в папку, куда установили игру, находите там Осу, нажимаете, это важно, правой кнопкой мыши и нажимаете Удалить. Затем переходите на рабочий стол, нажимаете правой кнопкой мыши по корзине и очищаете ее. Как вы могли понять, вы только что удалили игру. Ваша жизнь слишком коротка, не стоит тратить ее на подобное дерьмо. Всем привет, с вами Клавита Бёрд. Знаете, несмотря на то, что я считаю Осу игрой для сексуальных меньшинств, я продолжаю любить. Ведь Осу — это та игра, где та нежелатая кнопка может привести к поломке дорогой техники. Это та игра... Это та игра, где люди тратят сотни часов, чтобы продвинуться на одну строчку в рейтинге. Это игра, объединившая себе игроков. Это игра, Это игра, объединившая себе игроков со всего мира. Так, собственно, к чему этот видос? В Осу очень много новичков, которые... Несмотря на то, что игре уже почти 20 лет, в Осу все еще очень много новичков, которые не особо понимают, что тут делать. Все существующие гайды на ютубе, мне кажется, не...
Все существующие гайды на Ютубе, мне кажется, не совсем полноценными, или оси разбиты несколько частей. Поэтому я решил создать свой ультимативный гайд, в котором за минуту расскажу о всех тонкостях игры. Заходите на официальный сайт, скачивайте, устанавливайте игру. Тут ничего не сложного нет, не маленький, разберетесь. Как только вы зашли в игру, я вам рекомендую в первую очередь нажать на кнопочку Escape. Это находится здесь, если вы вдруг не в курсе. А затем в появившемся окне нажать на Да. Затем заходите в папку, куда установили игру, находите там осу, нажимаете, это важно, правой кнопкой мыши и нажимаете Удалить. Затем переходите на рабочий стол, нажимаете правой кнопкой мыши по корзине и очищаете ее. Как вы могли понять, вы только что удалили игру. Ваша жизнь слишком коротка, не стоит тратить ее на подобное дерьмо. Ну а перед началом гайда я вам советую подписаться на мой телеграм-канал, где я иногда пощу новости своей жизни, где иногда я пощу что... некоторые новости жизни, а также мемы. Клюв на связи. И знаете, несмотря на то, что я считаю осу игрой для сексуальных меньшинств, я продолжаю любить. Ведь осу — это та игра, где одна неужатая кнопка может привести к поломке дорогой техники. Где люди тратят сотни часов, чтобы продвинуться на одну строчку в рейтинге. Это игра, объединившая в себе игроков со всего мира. Так, собственно, к чему этот видос? В осу очень много новичков, которые не понимают, что тут делать. Все существующие гайды на ютубе, мне кажется, не всем полноценными, или оси разбиты на несколько частей. Поэтому я решил создать свой гайд, в котором за 23 минуты расскажу о всех тонкостях игры. Ну а перед началом этого гайда я хочу посоветовать свой Twitch-канал, на котором я иногда стримлю. Вот, там, Siege, там, ДБД, еще что-то. Вот, заходим, подписываемся, да. Заходите на официальный сайт, скачивайте и устанавливайте игру, тут ничего сложного нет, не маленький, разберетесь. Как только вы зашли в игру, я вам рекомендую в первую очередь нажать на кнопочку Escape. Это находится здесь, если вы вдруг не в курсе. А затем появившемся окне нажать на Да. Затем заходите в папку, куда установили игру, находите там осу, нажимаете, это важно, правой кнопкой мыши
и нажимаете «Удалить». Затем переходите на рабочий стол, нажимаете правой кнопкой мыши по корзине и очищаете ее. Как могли понять, вы только что удалили игру. Ваша жизнь слишком коротка, не стоит тратить ее на подобное дерьмо. Привет, я Клайв. И знаете, несмотря на то, что я считаю осу игрой для сексуальных меньшинств, я продолжаю ее любить. Ведь осу — это та игра, где одна ненажатая кнопка может привести к поломке дорогой техники. Это та игра, где люди тратят сотни часов, чтобы продвинуться на одну строчку в рейтинге и научиться играть как он. Это игра, объединившая в себе игроков со всего мира. Так, собственно, к чему этот видос? В осу очень много новичков, которые не понимают, что тут делать. Все существующие гайды на ютубе, мне кажется, не совсем полноценными. Поэтому я решил создать свой гайд, в котором за 23 минуты расскажу о всех тонкостях игры. Ну, этот охерительный видос был сделан при поддержке киберспортивной команды DC Play. DC Play — самая лучшая киберспортивная команда в мире. Бля, какой кринж. Заходите на официальный сайт, скачивайте и устанавливайте игру. Тут ничего сложного нет. Как только вы зашли в игру, я вам рекомендую в первую очередь нажать на кнопочку Escape. Это находится здесь, если вы не в курсе. Затем в появившемся окне нажать на Да. Затем заходите в папку, куда вы установили игру. Находите там осу. Нажимаете, это важно, правой кнопкой мыши. Нажимаете Удалить. Затем переходите на рабочий стол. Нажимаете правой кнопкой мыши по корзине и очищаете ее. Как вы могли понять, вы только что удалили игру. Ваша жизнь слишком коротка, не стоит тратить ее на подобное дерьмо.